Вот скажите, вы нашего президента поддерживаете, что можете о нем сказать? Ну, пару слов скажите. Хотите Путина. Что можете сказать? Ну и что, я согласна, хороший президент у нас. А может, что-то еще можете? Я не знаю, как что сказать. Ну, вот в 2018 году будут выборы президента, вы за кого будете голосовать? Конечно, за Путина.